89. Filling with the venom and eliminate him. All the words I'm in him made him. I don't want to hurt him, but I did him in a fit of rage. I'm murdering again. Nobody will have been. I'm killing him and jumping the fucking bodies in the lake. Obliterating everything is iterating. Охуета, get... блядь. Я... Как там эта игра называется, где надо на права сдавать? Это случай мне она? Так, а в чем прикол? Нихуя. Потому что ты, сука, все не ты делал, блядь. Потому что, блядь, если бы я делал, было бы еще хуже. Все. Когда выложил видео, но оно не попало в нарезку ТТ-89. Ну, не знаю, кто там это делает, короче. Чек не инсту с портретами стримеров. Подожди, блядь. Дайте видео посмотреть. Чё, ломака после стрима видео в цвете. Блядь, зашёл, нахуй. А может быть, это Антоша? Так, чуваки, зацените. Это наш номер. Круто. Ебать, это что такое, блядь? Это вообще... И вот это вообще... Ебать! Пушка, вот я бы в такой хате стрим-хату бы сделал. Я сейчас сюда прыгну и все. Путин объявляет выходные дни, так. Россия! 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 Кто-то покупает подписку чат. Это мой чат, кстати, да! О, какой дедушка. По-любому добрый. Пошла нахуй. И правильно, блядь. Ичиница. Ня. Аригато. Это что, блядь, за хуйня была? Ой, блядь. Ты? Стоп. Стоп, блядь. Где-то проявляется... Что, шутники... Да я пошутил, господи, блядь. Це шутка была про гайку. Алло, блядь! Чё, долбоёбы совсем? Братишкин, когда его в любой игре убивают, всегда первым. Например, вот в которой мы сейчас играли. Заебали, блядь, суки, ёдам, блядь. Пошли все пизду, блядь. Пиздец, блядь. Чё ещё? Кто там был? Модест? Дмитрий... Пиздится. Масленников, он когда нажрался, начал песни про меня петь. Алёша, Алексей, друг, например, так и было, да. Гей, не слух. Охуела, сука, сюда. Я удаляю танк с компьютера, батя. Иди, блядь. Дебил, блядь. Я тебя сейчас, блядь. Бля, у меня один батя в танке не играет. Меня вызываешь, блядь, гандон. У меня особенный батя, походу. На! Куда, блядь? Бля, вот так. Кто-то в классе включает Лил Пипа, те самые челы с последней партии. Они все вот в чате плачут, нахуй, но они вообще за Лил Пипа не выкупают, блядь, вообще ни разу. Откуда ты знаешь, а может выкупают? У них, бля, они за моё-то выкупают только, трек бустер. Дайте, блядь, ТикТок посмотреть, сука. Тентасьон вот это вот, они только, блядь, слушать их начали, когда они померли. Ну вот, блядь, типично. Да они Влад Бумагу вообще смотрят. Да, блядь, типа. От него треки. Ну это правда, чуваки. When the imposter is us. Че это за хуй? Меня звать. Ебать. Как, блядь, вообще они до этого додумались? Эти люди, которые это делают. Что ты, блядь, это мы вчера все... Батя Дрейка после принятия его 89-й сквад. Жан-Клод Ван Дам, Терминатор. Вы меня снимаете, а я вас снимаю. Могу вот так сделать. Да нахуй ты портишь-то, блядь. Типа у меня. Ева, я так и думал, что будет куча тиктоков, блядь, потом вот с этим, после этого стрима. Наношу тон, выравниваю тон кожи. Да круто, что тебя светло. Блядь! Ёбаный нахуй! Какого хуя бутылка падать начала, блядь! Сука, блядь! Я пролил немного воды. Прям на коврик ебаный. А просто, блядь, сама по себе начала падать. Что? Чего? Ага, чел выебут в чате, его банят модеры. Также он в апелляции. Апелляции! Пожалуйста, не
что, пожалуйста. Я больше не буду. Да ладно, ты пиздобол. Ну, пожалуйста. Я вам правда Это они потом донатят мне, оправдывается. Типа, да я просто так скобку поставил. И это вообще не злорадствие. Это вообще я не злорадствовал. Ну, пацана. Какой трек назовите трек, включая который вы понимаете. Включая который вы понимаете, что сейчас разрыдаетесь как тварь. У тебя сдохла мать. На его, ёб твою мать. Ёб твою мать. Бля, он реально в батю, кстати, превращается. Я вот что заметил, ну, Вова. То есть у него такая фигура, это вот батя начальная стадия, блядь. То есть сейчас сиськи, да, уже появляются, как бы, сисян. Вот, а потом пузо уже начнет отрастать, круглым становиться. Я думаю, еще года три, и он станет батей. Причем в прямом смысле батей. Я у Сисяна называю. А! Называют шефом, с тебя все угорают, тебе называют вебом. Зачем? Странно, сдать не справиться сами. А че у вас с гайкой? Блять, Хес подрубает стрим Надежды. Это кайф. Так, в смысле, блядь? Так вообще-то любая девочка на моем стриме реагирует. Алло, блядь. Да вообще любой зритель. Я покупаю рулетку у братишкина так же я, когда выпал откат ГГ. Братишкин, когда про его мэрс что-то сказали. Я сказал. Хуета. Я бы не смог написать трек такой длинный. То есть тут прям столько нахуй слов. Это пиздец. Я не знаю, он сам пишет. Надо, видимо, и правда... Что? Я не знаю, что. Иметь талант. Еще и в рифму надо как-то это делать. Блять, надо какую-то хуйню вкинуть, а то опять скажут, подлизался. Запомни, как тебя... Хотя я сейчас так вдумываться в то, что он поет. Тут... Бля, а ведь я тогда так и подумал, сука. Охуели мои мысли читать, Зачем? Вы ебанутые совсем? Чтобы братишкин не стал батишкиным, таскай его в спортзал. Не надо, я один буду ходить. Зачем мне с собой еще конкурента таскать? А вдруг он реально раскачает, станет сексуальным? Это лучше я сам один сделаю. Джер, спасибо за 150 рублей. Джер, за банана, спасибо за переподписку. К 100 в 35 месяцев. Знаете, текст примитивный. Типа стандартная попса, это же не рэп. Ну а чё, блять, по факту уже сказал. В чем проблема? Фу, блядь. Хес про фастфуд, бургеры, Макдональдс и прочую вредную еду. Фу, блядь. Смотрите, чё. Так заставили меня нахуй. Меня заставили. Он сказал, подержи. Это вообще его. Это Вовина еда. Вот это вот. Он говорит, подержи. Я беру, держу, блядь. Он нахуй поворачивается, сука, с телефоном и начинает снимать это. Старый Макдональдс кушает. Охуеть. А я-то пытаюсь объяснить людям, типа, это... Гандон, блядь, пиздобол. Всем немного. Много мяса, мало теста. Вот он. Настоящий пельмень. Внутри много мяса, мало теста. Вот он. Там и тесто дохуя. Настоящий пельмень. Внутри много мяса, мало теста. До меня докапываются узбеки, я с травматом в трусах. Так, блять, осуждаю, нахуй, что это такое вообще? Пердель. Хес, когда Вова наконец свалил с хат. Сейчас пердану, кстати, жестко. Да ты заебал уже. Не могу, слышишь, выходит. Что-то выходит. Да, и чудесный аромат. И огуль. Когда было 50 сабок, но выпало обнулизм. Опа.
рождает братишкинов, называется. Блять. Вова спиздил вещи у Алины и превращается в Ванессу. Блять, вещи пиздит. Смайл из Баттер ТВ пиздит. Идеи со стримов пиздит, блять. Причем, ну, у Алины вещи, у меня идеи. Заебал. Реально вор, ебаный. Нихуя. В смысле, блядь? Игры ВК, разве он у тебя спиздил? Ой, нюфаги, блядь. Ой, пиздец. Приложения ВК. Хесус. Хесус. Где? Пожалуйста, 6 лет назад. Хесус и приложение ВКонтакте. 18... Ой, плюс 69. Я звук отключу. А, пожалуйста, 6 лет назад, 2014 год, мы играем в смешарики. Во что там сегодня Вова играл? Джесус крутой, вот, пожалуйста, вот, мы играли 6 лет назад с Антошей, блядь. Боже мой, какое совпадение, дорогие друзья. И все в одном видео. А как же так? А вот это вот он сегодня подрубал. То же самое, все то же самое. Не, я ничего не говорю, как бы, я просто сказал, просто человек спросил, типа, а что это, может, я пиздобол? Я не пиздобол, ребят, вот, пожалуйста, все, все, вот, все, все, все. Я причем не один раз это делал, вот, например, 2 года назад, когда я уже с вебкой стримил, вот, приложение, ну, и что, блядь, все. Бля. Сделал башневой, Вова. А, да. Сегодня я решил проверить, что же за игру мне предлагают за баллы канала. После покупки мне моментально отправили координаты, и я умчался посмотреть, что же там такое. Вы будете в шоке с того, что я там нашел. О, что это? Это же новый Old Spice! Я Алёша, это знает каждый. В этих стенах я самый важный, потому что я отважный и бесстрашный. От моего взгляда ты будешь влажный. Я Алёша, милый мальчик, я Алёша, сяду в тань. Пошли вы всем! Братишки, на стриме лист, это когда чат начал писать заёб. Задницу! Неблагодарные сукины дети! Критикуете! Надоело! Больше не просите меня ни о чём! Чего? Че, ебанутая нахуй, что ли, вообще? Или я что-то прикола не понял? Это пермач? Че, да? Как у него там ник? Вирука. Модераторы, а ну-ка найдите ее. И в бан ее нахуй, блядь. Че такое, блядь? То есть она намекает на то, что те, кто смотрит Хелс, а не братишкина, типа съебывает нахуй отсюда, или чё? Типа, да? Ну это пермач, забаньте её нахуй здесь. Он начал играть. Что такое, блядь? Компьютер, а потом уже стрим. Когда это стало происходить? Когда вы его упустили? Чё? Нет, ну его интерес к этому был где-то до школы. Так, чё, в чём прикол? Блядь, мама. Потом первый класс, ну такие игрушечки, наверное, детские, да? Я надеюсь, это вырежу. Уже тогда вы заподозрили неладное. Ну, вообще, надо, да, спасти ситуацию, типа, как а то какой-то пиздец уже. Зависимость вот эта вот игровая, понятно? Это да. Компьютер, зло. Потом... Еще очень хочу Хесуса. Блять! Так взволнованно своей. Так, нахуй, сейчас подождите, я всрю, кто автор, и его тоже забаню. Гена Сасу... Ген... Подожди. Гена Сасу у Эвилона? Ген Сасо Юл Левилон. Ебать тебя никнейм конченый, блядь. Вот я не знаю, и что это за хуйня? Ген Суха? Нет, тут Ген Сасо Юл Левилон. Пиздец, блядь. Так.
Не понял вообще, в принципе, по поводу этого ТикТока, нахуй надо было добавлять. Все смеются над тем, что Гайка тупит, тем временем Вова. Ой, блядь. Так взволнована своей наградой лосось, блядь. Ебать прикольный, это кто? Не, я понял, что это выдра. Это кто? Я понял, что это выдра. Ага. Ну, на него, кстати, больше похож, чем я, потому что мне тоже постоянно скидывают, типа, а, смотри. Поворачивается задом к камере, Петя пошел из 2Б. Или В. В, В. Последнего. Не стоило разбрасываться словами. Би. Вчера вечером сижу и понимаю, что я ничего не чувствую. Чего, блядь? Чего? А! Я решил написать всему 89-ю складу «Ти Путинь». Так, мне написал, ага. А я, кстати, видел это сообщение, но я его не прочитал, заранее говорю. И чё? Нихуя синий ЧСВ ответил, ебать. А я в ВК не общаюсь ни с кем. А если в телеге кто-то напишет, я сразу блокирую. Ее, блядь. Честно, я. Не, ну слушайте, хуже, когда ты прочитал. Нет, подождите, я даже не прочитал. А хуже, когда прочитал, но не ответил. Кто? Вот эти вот два товарища. Вот это вообще пиздец. Так что есть хуже, чем я. Ты со ЧСВ охуел, блядь? Блядь. Блять! Ой, сука, надо вот запретить шиперов. Я вот серьезно говорю, пора их реально запретить. Вообще, просто под запрет их это внести нахер вообще полностью, везде. Ну, по крайней мере, здесь на моем канале, на Твиче, вот просто, блядь, заебали уже. Не, прикольная, конечно, анимация, но можно вот без этого как-то было обойтись? Не, ну надо вот опять вкинуть вот эту вот залупу какую-то. Бля, я вообще в ахуе, реально. Шиперы, идите в жопу. Реально, не, я серьезно. Я, блядь, шиперов вообще не люблю, если что, имейте в виду, сука. Я шиперов не уважаю. Это я, блядь, я серьезно говорю. Шиперы. Знайте свое место. Ваше место там, где это, блядь, законно.